15 октября по поручению акима Павлодарской области в регионе был создан штаб по противодействию COVID-19. В городе горняков и энергетиков прошло заседание штаба, на котором обсудили подготовку к возможной второй волне коронавирусной инфекции. С начала заболевания COVID-19 в Павлодарской области зарегистрировано 4063 случая заражения, из них 615 в Экибастузе. Сегодня в регионе идет подготовка к возможной второй волне коронавирусной инфекции. Имеются аппараты ИВЛ, а провизорные центры готовы к работе. Кроме того, в созданном по инициативе главы региона стабилизационном лекарственном фонде имеется запас лекарств. По оборотной схеме 212 аптекам на сегодня поставлено 2,8 миллиона упаковок жаропонижающих, противовирусных и других препаратов, что составляет трехмесячный запас. Ежедневно в Экибастузе проводят работу по информированию и напоминанию жителям о мерах предосторожности, потому что сегодня в регионе случаи заболевания увеличиваются. От общего числа заболевших в регионе 15% приходится на Экибастуз. По поручению акима города горняков и энергетиков здесь ведут подготовительные мероприятия. На базе Экибастузской городской больницы имеется 60 койко-мест в инфекционном отделении. В отделении реанимации подготовлено до 20 койко-мест. В случае увеличения числа пациентов свыше 60, на базе межрегионального учебного центра будет развернут инфекционный госпиталь в третьем корпусе с возможностью открытия реанимационного отделения на 52 точки централизованной подачи кислорода. Сегодня в Экибастузе при поликлиниках работают 29 мобильных бригад. Все они укомплектованы медицинскими работниками, автотранспортом, ДЕС-средствами и всем необходимым оборудованием. На сегодняшний день в среднем обслуживается от 10 до 15 вызовов. Пока прироста не наблюдается. В каждой поликлинике сформирован запас лекарственных препаратов. Это противовирусные, антибиотики, жаропонижающие, антикоагулянты и другие. СИЗов и ДЕС-средств. Работа мобильных бригад находится на постоянном контроле. Представители штаба по противодействию COVID-19 посетили лабораторию, которую планируют запустить в случае начала второй волны заболевания. Лабораторию организовали на базе Экибастузского отделения Центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Она оснащена всем необходимым оборудованием и готова к эксплуатации. Специалисты имеют сертификаты по ПЦР-обследованию. Два дня обучалась. Кроме нашей бригады, есть еще бригада городской больницы. Тоже несколько человек, которые обучились этому методу исследования. То есть сутки две бригады могут работать в нашем городе. Кроме Экибастуза, мы еще планируем обеспечить Байноульский район обследованием на ПЦР. По итогам рабочей поездки заместитель акима Павлодарской области Айзада Курманова дала ряд рекомендаций по стабилизации эпидемиологической ситуации в городе Экибастуз. Вероника Вишневская, Зулхарнай Ермуратулы, Досымбек Токай, Ертыс Ахпараты из города Экибастуз.